Здравствуйте, зрители моего канала, любители рыбаки-профессионалы, все, кто любит отдохнуть на водоеме. Мы снова встретились с вами, я сегодня на льду, у меня полдня выходных, воскресенье, погода изумительная, пасмурный такой денек, но не холодный, луночки совершенно не замерзают, мы сидим практически раздеты. Но, как всегда, нам не повезло, рыбалка совершенно неактивная. Например, я люблю очень рыбачить на одну удочку с кивочком. Но, к сожалению, сегодня мне пришлось закинуть даже три моих удочки. Одна даже поплавочная. Я использую все свои хитрости, но рыбка совершенно не отзывается ни на что. Изредка проскакивает плотвичка. И, что самое интересное, я обкатал сегодня свою новую мормышечку. Я вам покажу ее, эту мормышку. Я в своих предыдущих фильмах показывал, как я их делаю. Простая элементарная мормышка, но плотвичка отозвалась на нее. Вот наживка, как и прежде, это мотылек. Ничего нового я здесь не расскажу. Вот, на рыбалке я сегодня не сам. Со мной рядышком сидит мой родной брат. В расстроенных чувствах сидит, говорит, рыбалки нету. Ну, в ожидании, на поклевочку все равно. Сегодня воскресенье, я уже говорил, рыбаков, я бы сказал, немало, там на водоеме все ходят, двигаются с места на место, это означает то, что рыбалки совершенно нету. Но мы будем надеяться, что мы что-то еще найдем и немножко отдохнем на водоеме. Ну что же, продолжим нашу рыбалочку. Да-да. Вот такая поклевка сильная. Даже не помощная это. Вон и рыба. Ёрш. Ух ты. Гад. Крупняк. Крупняк. Есть плотвичка. Хорошая такая. Очередная плотвичка. Снова у меня есть чуть поменьше. Поклевочка, конечно, просто, ну, никудышняя. Еле с трудом я ее как-то заставил клевать. Итак, ребята, у меня очередная плотвичка. Сейчас хочу вам показать на мою новую мормышку. Вот я сделал такую мормышечку. Сейчас вам ее покажу. Просто делалась, и плотвичка отозвалась. Вот моя новая мормышка, ребят. Очень простая. И элементарно делается, очень быстро. Ну и, как оказалось, она рабочая. Все-таки при плохой очень поклевочке, но плотвичка ее увидела и заинтересовалась. Какая же у нас рыбалка без ерша. Вот есть и ершик один, там на льду где-то другой лежит. Плотва вообще перестала брать. По теории, да, а не бере. И вот наконец-то мой братишка разловился. Поймал. Да, вчера и сегодня. Там все нормально, хорошая рыбалка. Взял плотвичку такую неплохую. Вот на черную мормышечку. Самодельная мормышка? Нет. Не, магазинная. Вот, ну, плотвичка такая, нормальная. На вольфрам. На вольфрамочку взял, говорит. Ну что же, продолжим. Будем надеяться, что рыбка проснется. На поплавочку, да? Ближе к вечеру рыбалка вообще прекратилась. Поклевка. Ее практически не было, поклевки активно, а теперь ее вообще перестало. Лунок много сегодня набурили, но толку мало. В гости нам пришел мой старый знакомый. Я его не раз показывал в своих фильмах. Йосипыч, привет!
Наша рыбалка. Там рыба есть. Ага, понятно. Там рыба есть. Под ледом. В воде рыба есть. Сейчас мы подойдем к Йосиповичу. Он поймал плить. Самое интересное. На мормышку, на твою. На мормышку, которую я делал. Я вам показывал, как я ее делал. Значит, она рабочая. И хорошая плотвичка. Снимай, она твоя. О, у меня. Котам, ребят. Йосипович говорит, котам заберешь плотву. Потому что ему нужен крупный судак. Значит. Ага, по-взрослому, да? Ну вот, мой братишка разловился, поймал зачетную плотву. Классная плотва. Что-то там снова волочит. А, без мак. Ершище. Ну вот понятно, что ершище. Матюкаться-то не надо. Вон и как плотище. Серьезно. Очень даже по сравнению с ершом. Вот это и разловился. Два ерша. Молодец. Да, ты прям догратайся их распутывать. Мамоньки, у него почало клювать. Видно, как на пианино. О, плотвичка. Как на пианино, братан, работает. У меня здесь гости есть, тоже на рыбалочку пришел мой племянник. Наконец-то у него удочка. Жень, привет. Привет. Да, наконец-то он удочку взял сейчас в руки. Ну, я надеюсь, что удача ему будет. Жень, клюет или не клюет? Клюет. Клюет. Ну, если клюет, значит... Вот, говорят же, точно новичкам везет. Вот смотри, какая плотва. Оно... Да, маленькая, все... конечно, но... Все нормально, да. Рыба, она и в Африке рыба, да. Итак, ребят, выходной день у нас практически, я бы сказал, удался. Поклевка была не очень активная, но удовольствие мы получили. У нас есть там немножко плотвычки. Довольно такая интересная. Вот проклевывалась на нашей мормышке. Вот, конечно, есть и еж маленький. Вот, ну, все равно есть удовольствие. Зимней рыбалки свое удовольствие, мы его получили. Сейчас будем собираться домой. На улице уже так сереет. В принципе, рыбалка нормальная. Всем спасибо большое за внимание. Ставьте лайки, если вам понравилось. Пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал. И всем удачной рыбалки. Пока!